Никто не забыт, ничто не забыто. В этом году во всех районах и городских округах региона должны заняться мемориалами и общественными пространствами, связанными с Великой Отечественной войной. Сейчас на многих территориях они находятся в плачевном состоянии. Средства на благоустройство выделят из областной казны. Такое решение принял исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с жителями Черемхова. Каждый из 42 муниципалитетов Прибайкалья получит по 2 миллиона рублей. И финансовая помощь будет очень кстати, ведь в этом году отмечается 75-летие победы в Великой Отечественной войне.